Военная пенсия по потере кормильца, если военный умер или пропал без вести, то каждому нетрудоспособному члену его семьи назначают пенсию по потере кормильца. В этом случае пенсия положена детям до 18 лет, если ребенок учится очно в вузе, до 23 лет. Родителям или супругу, если после смерти кормильца они утратили источник доходов, достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность. Родителям или супругу умершего военного, получившего инвалидность в результате военной травмы. Родителям или супругу, если они не работают и ухаживают за детьми, братьями, сестрами, внуками кормильца, пока им не исполнится 14 лет. Бабушке или деду, если нет других лиц, которые должны содержать их по закону. Потерей кормильца считается смерть военного во время службы или в течение 3 месяцев после увольнения из-за травмы или заболевания, которые получены во время службы. Смерть в период получения военной пенсии. Смерть в период 5 лет после прекращения пенсионных выплат. Смерть в плену, если попал туда недобровольно. Без вести пропавший во время военных действий. Размер пенсии зависит от причины смерти кормильца. Если военный служил по контракту, то пенсию дают каждому нетрудоспособному члену семьи в процентах от денежного довольствия кормильца. Назначит 50% от денежного довольствия военного следующим категориям граждан: семьям умерших вследствие военной травмы, семьям умерших военных инвалидов, детям, потерявшим обоих родителей, детям умершей одинокой матери. Если военный умер из-за заболевания, полученного в период службы, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия военного. Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее будут выплачивать каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника. Смерть из-за военной травмы – 200%, смерть из-за заболевания, полученного в период военной службы – 150%. Если члены семьи утратят право на пенсию, то выплаты сократятся или прекратятся. Например, если дети умершего учатся очно в вузе, они имеют право на пенсию до 23 лет. Они перестанут получать пенсию в следующем месяце после того, как им исполнилось 23 года.